Зима пришла. Ноябрь запомнился красноярцам аномальными морозами и был самым холодным за последние 15 лет. О том, какая погода ждет красноярцев в первый зимний месяц и чего ожидать в новогоднюю ночь, расскажет Юлия Чупрова. По первому дню зимы судят о том, какая она будет. И пока народная примета совпадает с мнением синоптиков. Декабрь будет теплым и снежным. Средняя температура по ночам до 15 градусов мороза, днем до минус 12. Настоящая зима вернется в город на выходных. Они будут по-настоящему морозными. В первый же день зимы выпала треть месячной нормы осадков. Но метеорологи обещают, что такие обильные снегопады будут только в первой декаде декабря. С середины месяца погода кардинально не поменяется. Самое время заняться зимними видами спорта. В этом году для красноярцев открыты 20 лыжных стадионов и более 200 катков. Вторая-третья декада по температурному фону будет примерно одинаковая. То есть температура будет в пределах нормы, в отдельные дни будет ниже нормы, градусов на 2-3. Спасатели оптимизма метеорологов не разделяют. Говорят, зима – одно из самых опасных времен года. С крыш сходит снег, образуются сосульки. Также возрастает риск бытовых пожаров. Предостерегают они и поклонников зимней рыбалки. Лед будет очень тонкий. И при нестабильной погоде, значит, есть опасность провала подо льдом. В последнюю неделю года ожидается незначительное похолодание до минус 20 днем и до минус 25 ночью. Точного прогноза погоды на новогоднюю ночь метеорологи пока не дают. По предварительным данным, в ночь с 31 на 1 ожидается 20 градусов мороза и небольшой снег. Так что любители фейерверков и городских елок точно не замерзнут. Юлия Чупрова, Валерий Чащин, 7 канал.